Специалисты юридической области должны учиться при постоянно обновляющейся системе законодательства. Филиал Всероссийского государственного университета юстиции как раз и начал свою работу в Сочи с дополнительной подготовки. Первыми слушателями стали судебные приставы. Им Али Алханов лично вручал сегодня удостоверение. На юге России нужны специалисты, причем специалисты грамотные, специалисты, знающие свое дело. Законодательство у нас быстро меняется. Это продиктовано теми экономическими процессами, которые идут в стране, и той жизнью общественной. Для города это еще одно учебное заведение, которое имеет государственный статус и уже в следующем году примет на обучение выпускников школ. Ориентировочно 500-600 человек. Причем через пару лет планируется работа военной кафедры, как и в головном вузе. У нас с октября начинает работать уже военная кафедра. Это вызвало большой интерес со стороны абитуриентов. И в этом году у нас был очень большой конкурс. По правовым основам национальной безопасности он составил 100 человек на место. Юристов много, а профессионалов мало, признаются преподаватели. Сейчас они всецело направляют свои усилия на повышение качества образовательных услуг. И местные власти возлагают на сочинский филиал университета большие надежды. Хотелось бы все-таки, чтобы здесь, благодаря этому вузу, создалась своя такая юридическая сообщество с одной стороны, с другой стороны своя там небольшая научная школа. Поэтому уверен, что этот проект будет успешен и он будет нормально реализован. А пока в течение этого года здесь будут повышать квалификацию адвокаты, нотариусы, судебные приставы и госслужащие. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.